Вести Оренбуржья. Совместно с Русфондом продолжают помогать детям, страдающим тяжелыми заболеваниями. И сегодня нашей с вами помощи просит Кирилл Мерзликин. Мама Кирилла надеялась, что сын начнет ходить в 4 года. Обнадеживали доктора. Но сейчас Кириллу 13, и пока он не может даже стоять. Мышцы ребенка в постоянном напряжении. Ему тяжело и порой очень больно, но он научился терпеть. Стараемся вводить так. Так у него гораздо проще получается, конечно, чем пока с ходунками. Потому что там их надо целенаправленно толкать, двигать. Ошибка врачей во время беременности. И малыш Аллы Лихачевой родился с диагнозом ДЦП. Тяжелейшее заболевание приковало ребенка к инвалидной коляске, которая, кстати, давно стала Кириллу маленькой. А ему жизненно необходимо сохранять правильное положение. Ремешки у нас уже за это время что-то половину потеряли, половину сломались. И гуляем мы. Садимся, конечно. Но уже нам немножко маловато в зимней одежде. Мы вообще большие для колясочки. Вот таким образом. Опа. Не выскакивай. Вот он выгибается и так один может из коляски выпасть. У Кирилла ДЦП – спастический тетрапарез с выраженным нарушением функции движения статики. Мальчику рекомендуется специальная инвалидная коляска с регулируемым ремнем и углом наклона спинки коляски для безопасности и комфортного сидения. Несколько минут на специальном тренажере даются ему очень тяжело. Но мама решила, вопреки всем диагнозам, поставить на ноги своего сына. Однажды не выдержал папа Кирилла. Теперь у него новая семья и другие дети. Про сына, кажется, и забыл. Весь мир мальчишки сейчас – это его мама, бабушка и маленькая сестра, которая любит брата и мечтает однажды с ним погулять. Он вылечится, если вылечится, будет ходить и бегать. Мы будем с ним играть в гонялки, в прятки. Не только для прогулок, но и для любого выхода Кирилла за пределы квартиры, включая постоянные поездки в больницы, нужна новая, правильная коляска. Ее стоимость 319 967 рублей. Газета «Коммерсант» и сайт «Русфонд» соберут большую часть средств. Спонсоры внесут 55 тысяч рублей. Но не хватает еще 62 тысяч. И здесь Кириллу можете помочь вы. Каждая СМС на номер 5542 со словом «Дети» стоимостью 75 рублей уменьшает недостающую сумму. Ваши деньги уже помогли многим детям. Сейчас в помощи нуждается и Кирилл. Вниз, вот сюда, на штанишки ручку положи. Положи ручку. Вот, и другую ручку тоже. Александр Ситников, Тимур Юсуфбаев, Вести Оренбуржье.